беспокоило чувство тревожности. Оно, блин, было как бы навязчиво, что ли, периодически возникало сама по себе. Ну и напрягало это чувство. Причем возникало в непонятных ситуациях. Ну, а обычно, когда оно вообще было лишним. Я обратился, короче, за помощью к Андрею Самаритянину. Ну, мы с ним, в принципе, он нашел это чувство. Мы его выявили, где оно в теле, как оно вообще связано с остальными, там, грубо говоря, эмоциями. И убрали его. Жить стало попроще, оно беспокоить перестало без причины. Короче, хороший человек. Я ему очень благодарен. Всем спасибо за внимание.